Не только привычная теория и цифры, которые еще раз подчеркивают сокращение численности населения в регионе, обусловленное высокой смертностью и миграционным оттоком населения. Участникам мероприятия, среди которых были заинтересованные представители ведомств и учреждений, и многодетные мамы, предложили разделиться на группы. Цель мероприятия – выработать уникальные, неявные на первый взгляд, решения давно наболевших вопросов. Может, что-то будет из того, что раньше обсуждалось, но не было доведено до принятия решений. Может быть, это будут те меры, которые вы знаете, что есть на других территориях, и они дают свой хороший, положительный результат. Может быть, это будут те меры, которые были, не знаю, в советском периоде, и нужно к ним возвращаться, потому что они были действенные. А может, это будет что-то абсолютно новое. По задумке, выработанные практические решения должны лечь в основу действий правительства Забайкальского края. Однозначно эти меры будут проанализированы и взяты в работу. Это могу сказать с уверенностью, потому что мы с организаторами мероприятия именно от этого отталкивались, что сегодня нужны предложения от наших граждан, научного сообщества, а здесь как раз присутствуют преподаватели Забайкальского государственного университета, от экспертов, в частности, экспертов региональной экспертной группы Агентства стратегических инициатив. Такая группа у нас в регионе создана. То есть это не просто решения, которые принимает власть и которые, как мы порой считаем, далека от народа. Это решения, которые нужны нашим гражданам. Екатерина Пешкова, Владимир Николаев, РТК Забайкалье.